яхты, самолеты. Да, отлично. Доброе утро, Владислав Андреевич! Доброе утро! Доброе утро мне! Лучший день вас ждет! Да все, заканчивай. И вас ждет богатство! Да все, прекрати! Стойте! Вы не с той ноги встаете! Давайте с правой, тогда день будет отличным! Да. А, да, совсем забыл рекомендации астролога. Чуть тишина такая. А включить что-нибудь на колонке? Естественно. Сейчас будет. Владислав Андреевич, вы самый богатый человек на планете. Вы самый красивый человек на Земле. Вы просто космос. Вот это музыка, вот это песня. Сразу настроение поднимается. Ну все, в принципе, ангел может быть свободен. А, только это, давай в следующий раз костюм пирата надень, понял, да? Да, обязательно. И это мне там про мои сокровища расскажешь, что я найду клад новый, там, деньги у меня будут, понял? Да, обязательно, все учту. Хорошего вам дня. Ну что, надо себе как-то настроение поднять. Только ж вчера это дерево привезли из Юго-Африки. Так. О, отлично. Свежие витамины с утра не помешают. Ну что, умываться? Мои бутылки отдай. Отдаю, сказал. И картон тоже мой. Положи на место. Кто там ползает? Отстань меня! Вымазался! Все, пошел отсюда! Еще раз увижу, тапком прихлопну. Еще и не вытирается, зараза! Надо шланг соседский искать! О, богач! Воду не выключает! Опа! О, другое дело! О, свежее, наверное, из колодца. Напился! Теперь в туалет хочется! Отлично! Пока в соседском дворе! Какой урод мышеловку поставил! Попался, хулиган! Так тебе и надо! Еще раз к этим кустам подойдешь, я тебе по шее надаю! О-о-о! Напугал! Кота с сосиской! Забирай мышеловку обратно! Я домой! О, байкальская водичка! Ага! Ну, не очень красиво. У меня должны быть самые лучшие зубы. Ну, осталось 4 пары неношенные. Ну, так и ослепнуть можно. Да и внимание слишком много привлекает. Сегодня я обезгрелся. Надо немножко умыться. О, хорошо. Тепленько. Нежная какая, приятная. Приятно быть ультрабогатым. Все самое лучшее для меня. Так, а где мой мед для рук? О, Ходи. Вот он мой секрет. Благодаря этому у меня самая нежная кожа. Хорошо. А запах какой, восторг. Вода 32 градуса. Смываем. О, какая нежная кожа. Кайф. Зеркало, как я выгляжу? Спасибо, я знаю. Достали эти шишки. Надо будет себе тапки сделать. Как тут моя клумбочка? Мяты уже совсем мало осталось. Чем потом зубы чистить? Через пару дней закончится. Ядреная. О, зато запаха неприятного не будет. Осталось полностью помыться, и можно хоть на свиданку идти. Блин, а помыться мне где? О, сосед же шланг оставил. Так. О. Блин, козел, воду отключил. Надо что-то придумать. О, есть идея. Эй, сосед, я тебе говорил, что ты воняешь. Балбес, ты что там, на втором этаже? Я к кому обращаюсь? Ты что там разорался? Уйди от моего дома, иначе я тебя водой окачу. Да что вы говорите? Как-то слабо верится. Уйди, я сказал, хватит орать. А, ну да, все с тобой понятно. На словах крутой сосед, а на деле ноль, лошара. О, спасибо, сосед! Выручил! О, хорошо, умылся. Осталось только волосы посушить. О, вот это красавчик. Огонь, мужик. Так, только причесаться надо. О, в целом хорошо. Другое дело. Так, а где мой одеколон? О!
Запах, конечно, ужасный, но зато комары не кусают. Так, посмотрим, какие там новые коллекции телепортировали мне в шкаф. Обожаю эту разработку. Так, что там у нас внутри? Ого! Не, ну это слишком вульгарно. Ну это как-то бедновато. Тут мало золота совсем. Это я уже, по-моему, где-то надевал. Вот эти дизайнеры все повторяют за мной. Я по два раза я вещи не ношу. Да не, а это вообще неуютно. Все не то. Останусь в пижамке. У меня сегодня только пару встреч там с разными министрами. А это бронированные золотые нити. Пуговицы из слоновой кости. Буду чувствовать себя как дома. Ладно, посмотрим, что там завтра появится в новой коллекции. Самая лучшая ткань. Обожаю. Какая мягкая, какая приятная. Да, супер. Почему это перстень еще не на пальце? Самый большой сапфир в мире. Не зря за него секстиллион баксов отдал. Супер, супер, супер. Правда, в моем луке не хватает, ну, еще парочку миллиардов долларов. О, да, супер. Классика. То, что надо на сегодня. Ну, огонек. Супер. А на какой руке надо часы носить? Левой или на правой? Надену на две. О, ну все, сразу видно, ультра-богач. Так и не стыдно идти завтракать. О, ну и жара сегодня, надо будет переодеться. Но сначала обновим внешний вид. О, такие волосы стали, что не вижу ничего. Сейчас сделаем себе модельную стрижечку. О, так намного лучше. Теперь вижу хотя бы, что справа, что слева. Сейчас еще бороду подровняю. Свобода. Помолодел на 10 лет. Реально помолодел. И голос помоложе стал, прокашлялся. И все, никаких барбершопов не надо. У нас тут своя цирюльня. Все, пойду переодеваться. Так, упс. Ну, дырочка, исправим. Ой, жара. О, никто даже и не заметит. Носки как новые. Ух, нет, слишком жарко. Надо как-то из джинс шорты сделать. Так, ножнички, вы где? О, отлично. Во. Ох, блин, неровно. Ну, пофиг, другое дело. Только надо, чтобы еще и руки загорали. Опс. Идеально. Опс. Ну все, не мужчина, а красавец. Надо прибраться здесь и заняться завтраком. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О. Так, кола. А, вкуснотища. Сразу холодненькая. Так, надо же покормить моих птичек. Пернатые, проголодались? Ну да, все съели. Оп, оп, о. Так. Так, ваши любимые бриллиантики. Кушайте на здоровье. Я вам еще куплю. Это же дешевый корм. Так я уже проголодался. Так интересно, что мне повар приготовил? Так, спасибо. А, что же там будет? Что? Опять стейк из вагю! Я же это уже в своей жизни ел один раз! Ужас, какой ужас, надо это выкинуть! Хотя, отдам этот стейк биткоину! Мой пес же должен расти большой, здоровый, хорошо питаться. А это что? Чистейший, свежайший, эксклюзивный, премиальный, лимитированный ананасовый сок. Бомба. Повар, переделай завтрак, сейчас вернусь. Добрый день, сосед! Добрый день, ваше благородие. Да что ж ты так официально, мы же соседи все-таки. Называй меня проще, уважаемый. Ну, добрый день, уважаемый. Собачку покормить решил. Ага. И чем в этот раз? Ну, у биткоина сегодня стейк средней прожарки. Не слабо. Оп. Биткоин, завтрак, иди ко мне. Биткоин, стейк, стейк средней прожарки. Вагю. А, разбаловал, уже даже на стейк не идет. Ладно, сосед, хорошего дня.
И вам не хворать, уважаемый. Ой, давненько масочку не делал. Ой, какая погодка. Приведем лицо в тонус. А, огурчики созрели. Не зря я их артезианской водой поливал. Ой, уже чувствую прилив свежести. Кожа становится просто шелковой. О, вроде немного нагрелась на солнце. Пора чай пить. Опс. Так, а этот с вишней, с яблоком, а этот с малиной. Тогда сегодня яблочный. Ну, давай, давай, заваривайся. Ну, что не работает? Еще на разок должно хватить, я тебе только 8 раз использовал. Эх, ладно, тогда с вишней. М? Ну ты-то меня не подводи, неужели тебе хана? Эх, была не была. Блин, капец, попил чайку называется. Есть охота. Сейчас поедим. Блин, не созрели? Я не созрели. Ягод нету, яблок тоже. Точно, биткоин же не пришел. Пока песика нет, нужно действовать. Главное, чтобы биткоин не подскочил. Это мое. Опа! Вот это большой стейк! Мне его на 3 дня хватит! К стейку бы салатик. Вроде спит. Это хорошо. Ты богатый, даже пропажи не заметишь. Загар ровнее ляжет. Спасибо скажешь. Так у тебя тут целая тарелка, представляешь? Так. Что читаем? О, ничего себе. Это мне в туалете пригодится. Все. Спасибо, сосед. Вот это у меня сегодня здесь ресторан. Самое вкусное, что я когда-либо ел. Аж тает во рту. Что-то у нас по огурчикам. Вот это да. Божественный вкус. Не понял. Ты что за мусор? Дворецкий, ты где? Дворецкий? Ой, денег не будет. Дворецкий! Алло, Дворецкого мне на 17 этаж пришлите. В каком еще отпуске? Вышлите за ней вертолет тогда, я не знаю. Ну, я жду. Бардак. Вызывали, Владислав Андреевич? Вызывал, конечно. Срочно в доме уберитесь. Это что вообще? Какой-то мусор, вещи непостиранные, пыль не протерта. Будет сделано, Владислав Андреевич. Все, работайте, работайте. Фу, да еще $100 вы. Не понял. Неужели сломался? Не понял. Ого, как быстро забился. Написано, рассчитано 5 килограммов баксов. Да, маловато. Надо будет заказать на 20 килограммов. Придется по старинке подмести. А потом пойду стирать вещи Владислава Андреевича. Он же всегда хочет, чтобы они были как новые. Где метла? Так, и вот эти вот. Стиральный порошок с алмазами засыпал, а полоскать золотой пыльцой залил. Осталось выбрать режим. Нежнейшая стирка. Запускаем. Пойду дальше убирать. Где-то тут должна быть шелковая тряпочка для пыли. Так, нет, не здесь. А, вот она. Приступаем к вытиранию пыли. Ну, тут вроде все чисто. Ужас, сколько грязи. Как можно было так запустить дом? У меня же всего день не было. Ничего, я сейчас все это исправлю. И будет дом снова блистать. Как обычно. Все в золотой пыли. Повсюду она. Пора разбирать вещи из стиральной машины. О, как раз все готово. И постирала, и высушила. Все с ценниками, как Владислав Андреевич и просил. И на этой тоже ценник есть. Все отлично. Так, надо будет еще их погладить. Теперь идем гладить, вынести мусор и готово. О, отлично. Для метлы должно хватить. О, сосед забыл веревочку, я забрал. Во, с таким веником мы еще быстро здесь все подметем. Работает. Скоро двор блестеть будет.
Ну все, чистота. Не стыдно даже гостей пригласить. Во дворе чисто, теперь надо в палатке прибраться. Ой-ой, наплели паутину, зараза. Мне это убирать. Да как эти пауки в палатку попадают? Понятия не имею, нужно будет чем-то обработать. Сейчас разложим все по своим местам. О, все, милости прошу. Чистота и порядок, можно двигаться дальше. О, хорошо этот дворецкий богатого воды дал. Сейчас будем стирать. Сколько тут пакетов накопилось. Надеюсь, быстро справлюсь. О, ну отмывается. Один пакет чистый. Ух ты, ё-моё! Откуда тут дырка? Я же вроде его берег. Зашивать придется. Ладно, потом займусь. О, мой любимый. Я за этот пакет с местными под магазином дрался. Еле отвоевал. Все, стирка закончена. Пора развешивать, сушить. Хорошо, что себе сушилку сделал. Прищепкам 3 года, а они как новые. О, на солнышке быстро высохнут. Кстати, тут у соседа, по-моему, тоже сегодня уборка была. Пора действовать. Вот он родименький. Надо его свистнуть, пока никто не забрал. Тут уже пусто. Другие растащили. Надеюсь, будут какие-то ништяки. Чего тут у нас? Это что такое? Наушники! Блин, подумал рабочие. Они ж без проводов. Теперь понятно, почему выкинули. Так, что тут еще есть? Вот это очки. Что-то модное. Только я чуть не понял. В них ничего не видно. Я думал, в них на солнце целый час смотреть можно. Теперь вообще никуда смотреть не могу. Тоже сломаны, походу. Хоть что-нибудь полезное есть? Опа! Журнальчик. Какой приятный запах. О, страничка с коллекциями парфюма. Класс, надо спрятать. Зарплату, ну что мне, как мне. Ну давайте в мешках сегодня. Ага, уже привезли. Ну скидывайте, на крыльце я заберу. А, не справлюсь, думаете? Ну сейчас грузчика найду. Да не, не переживайте, кидайте, там же мелочь. Все, давай, до завтра. Эй, сосед! 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 Ты что, звонок что ли? Кто там? Привет, сосед! Че, подожди. Слушай, а могу зайти? Ну да, конечно, только разувайся, а то я недавно убирался. Да я ненадолго, я вот на входе постою, на коврике. Че пришел? Да помощь твоя нужна. Мне эту зарплату привезли. Нужно помочь ее в дом загрузить. Да не вопрос. Хорошим соседям всегда помочь можно. Не то, что некоторым. А, ну так что, пойдем? Пойдем, я вам как раз тапочки сделал. Сильно? Не то, что твоим. Во! И что тут нести? Мешочки какие-то. Они тяжелые. Эти умоляю. Сколько же не весит? Может, 40 килограмм. Ну ладно, открывай двери, я понес. Ты подвинься, я тут. У меня система защиты мощная. Сканирую лицо. Спасибо, теперь размер обуви. Понял? Спасибо, теперь отсканируйте голос. Меня зовут Владислав Андреевич. Отсканировано. Отсканируйте отпечаток пальца. Блин, побыстрее, как-то можно? Отсканировано. Дверь открыта. Все, готово. Куда нести? По прямой. Ну, там увидишь мешки. Вот, сейчас покажу. Мама мия! Это вообще дом? Это не дом, это рай. Да ладно, домик по дешевке взял. Всего лишь на 2 миллиарда. Миллиарда? Это на каком языке? Ну, это, хватит болтать, там что-то грузчик. Давай, вон туда, вон, вставляй. И там еще мешков куча. Ну все, последнее. Спасибо, сосед, выручил. Ну все, я пошел, получается. Слушай, стой, стой, стой. Может, поможешь мне перебрать мешки? Там просто доллары от евро разделить. Ну, вот это вот все. Ну ладно, ну туда ты мне будешь должен. Ладно, без проблем. Ну, начнем с этого. Вас, нифига себе. Это евро, да? Да, евро вот давай прям на пол кидай. Вот это доллары, то они чуть дешевле, чем евро. Ты кидай их туда, ближе к камину. Понял. Красивые кирпичи. Это не кирпичи, это золото высшей пробы, самое дорогое здесь. Его давай мне. Вот, пускай тут лежит. А рубли вот за диван туда вот слева. Сколько у тебя разных валют интересных? Так это еще не все. Есть еще криптовалюта. NFT. Слыхал о таком? Не. Ну, это такая картинка, которая продается за очень дорого. Круто. Я так подумал, ты же мне теперь должен. Мне твоя помощь тоже пригодится. Да не вопрос, сейчас здесь разберешься и пойдем. Заходи. А можно я это, обувь снимать не буду? Да ладно, черт с ним, потом полы помою. Как только этот козел воду включит.
Так это, чем помочь-то надо? Присаживайся. Надо почистить бутылки и перебрать. Сейчас за тазиком схожу. Хорошая вода, чистая. Я в ней два раза только ноги мыл. А, ну и что делать? Я сейчас все покажу. О, держи. Гостевой. Хороший. У нас есть ножики. Берешь бутылку, смачиваешь ее в тазике, чтобы размокла этикетка. Потом аккуратненько снимаешь. Забавно у тебя развлечение. Тише, аккуратней с моей валютой. Как же и повредить можно. В смысле валюта? Смотри, это все почти как у тебя. Это все разные деньги. Вот это как евро. А это дешевое, за нее копейки дают. Но ее и найти проще. Ну вообще евро у меня самые ходовые. Почти как твои слитки. Интересно, никогда такой валюты не видел. Я тоже был в восторге, когда их впервые нашел. Ладно, хватит разговоров, пора отмывать бабки. Ну вот, пойдет? Да. Слушай, у меня тут к тебе еще одна просьба будет. Ну только если быстро, а то мне уже на ужин пора. Да это максимум минут 15. Ну а потом поужинаем, раз уж ты приглашаешь. Ну ладно. Отлично. Ща, жди. Во! Что это, провода? Это самый дорогой металл. Это медь. Зачем она тебе? Это не мне. Это пункт приема. Мы сейчас их будем чистить. Так и зачем? Ну, блин, как тебе объяснить? Это как вот твои эти... NFT, что ли? NFT, да. Все, бери нож и чисти. NFT — это искусство. Ювелирно чистить медь — это тоже искусство. Блин, что же бы мне такое надеть на ужин? Не могу же я в повседневном прийти. Должно быть что-то парадное. Ну а что? Может, вот это? Или беленький. Хотя не, жалко. Были у меня где-то. Сейчас. О! На свадьбу хотел надеть. Ну ладно, пойду сегодня в смокинге. Вроде неплохо. Ну, недостаточно официально. Сейчас улучшим. Опс. Че это, в гости и без галстука? Сейчас закрашу. О, так гораздо солиднее. К богатому человеку в гости иду. А, блин, в гости с пустыми руками ж не ходит. Надо что-то подарить. Есть одна идейка. NFT. Ну все, подарок готов. Пора выдвигаться. О-о-о-о. Чуть не забыл. Где тут у нас парфюмы? О, отличный аромат. Буду пахнуть. Иду. О, сосед, заходи. Здорово. Привет. Стол уже накрыт. Ты в костюме? Смокинг. И с подарком. Держи. NFT. Ну, я знаю, ты такое любишь. Давай, бери. Продашь за миллион. Поставь куда-нибудь, я потом заберу. Ну, ладно. Ну, проходи. Присаживайся. Сейчас расскажу тебе, что у нас в меню. Обычно это дворецкий делает, но он сейчас дельфина моего кормит. Настоящий ручной дельфин? Да, что? Да нет, ничего. Итак, представляю вашему вниманию черная икра. Вот здесь красная икра. Ну а тут, внимание, ты такого никогда не видел. Золотая икра. Я тебе так скажу, я эти икры никогда не видел. Это для тебя бургер. Серебром и долларами. Зелень, капуста, слышал? А это что, можно прям есть? Что еще с этим делать? А под этими что? О, ну а тут королевские креветки. О, он точно такого же таракана сегодня утром все с ноги снял. А это, внимание, роллы из денег. Ну что, приступаем к употреблению пищи. И не стесняйся, вот салфеток хватает. Понял, я роллинку возьму. Ты с тараканчика начни. Да... Ну ладно, попробуй. Спасибо. И да и лимончика, главное, побольше. Вот так вот. Оп, лимончика. Хорошо. Кайф. Это было великолепно. А можно добавки? О, не, у меня ж повар из Испании приезжает, готовит. Вот он уже улетел. Завтра только. Слушай, а может у тебя тогда какие-нибудь развлечения есть? Да, есть одно. Тебе понравится, можно поиграть. Отлично, давай. Итак, лотерея. Можно выиграть $1 000 000. Представь, вот где-то здесь спрятан лям. Да ну. Да, вот тут вот берешь монетку, стираешь и узнаешь, сколько выиграл. Держи. Но все, что меньше миллиона, не считается. Это мне. Тебе для игры. Вернешь потом. А-а-а. Так, давай, лотерея. Стирай. Я выиграл $1. Да не, это не считается. Выигрышная только миллион. Сейчас моя очередь. О. 10 баксов. Копейки.
Сосед, я, кажись, победил. А, 10 тысяч. Ты куда убрасываешь? Я столько нулей в жизни не видел. Не, договорились же, играй только миллион. Ну ты посмотри. Блин, каких-то 10 тысяч долларов. Согласен. Копейки. Молодец. Давай деньги. Какие деньги? Миллион. Ты играешь просто. Ты вообще, что ты мелочишься? Что такое миллион долларов? Заработай сразу 10. И все. Еще будешь? Как-то мне не нравится эта игра. Может, какая-нибудь еще есть? Можем поиграть в бейсбол? Вот тема. Такое я люблю. Давай, я бросаю мячик. И ты должен ударить максимально далеко, чтобы мяч туда улетел. Да я знаю правила. Давай, подавай. Так, готов. Ты что, долларами в бейсбол играешь? Да, они отлетают. Классно. Тебе понравится. Давай. И... О! Вау! Вот это я даю! Я ж тебе говорил, весело будет! Давай-ка евро запулим! О! Хорош! Ну ладно, погнали мячики теперь собирать. Забей, у меня их много! Ладно, это, давай меняться, сейчас я подбиваю. Давай! Лови! Давай! И бросок! Хорош! Ух, нормально, повеселись. Классный ты мужик. Ага, ну и ты тоже, худенищий. Слушай, а можно я мячики поищу? Это еще зачем? Ну они долго разлагаются, природе мешают. А, да не парься, у меня садовник почистит. Слушай, а приходи ты ко мне на ужин завтра. Ну, ладно. Круто, тогда до завтра. Давай. Ну, выгляжу неплохо. Самый раз, чтобы в гости сходить. Думаю, сосед оценит. Так, а что бы ему подарить? Ну, зачем ему часы? Непонятно. Да не, это все или барахло, или какие-то очень эксклюзивные вещи. О, точно! Лежала же одна безделушка. О, деньгомет. Прикольная тема. Думаю, ему понравится. Блин, мне лучше пластиковые стаканчики, а не из бутылок. А хотя ладно, нужны парадные. Так, пока птиц нету, надо взять парочку яичек. Ага, это сюда. Что мелочиться? Уважаемый человек придет, птица, прости, этого хватит. Ну а теперь вишня. Сейчас самое главное, чтобы злого соседа дома не было. А то в прошлый раз меня солью как зарядил, месяц синяк проходил. Отлично. О, вот, уже и стол солидный. Осталось разогреть фирменное блюдо, но для него нужно барбекю. Так, пошло гореть, отлично. Сосед! О! Салют! Здорово! Я уже на ужин пришел, встречай! А у меня уже почти все готово. Ну и я в дом, конечно же, не с пустыми руками. Давай. Дарю тебе деньгомет! Вау! Держи! Круто! А что это за штука? Ну, пистолет такой, который деньгами стреляет. О, круто! Класс! Клево! Буду листьями заряжать. Ну, как решишь. Ну, проходи, садись. Ого, какая большая икра! Никогда такой не видел! А это не икра, это вишня. Очень сочная. А-а-а. И о, попробуй яйца. Я сейчас запить принесу. Как попробовать-то? Не хочу это есть. О! Что-то какая-то кола новая бесцветная. Нет, это вода свежая, дождевая. Только что процедил. А сейчас подам фирменное блюдо. Это шаурма. Шаурма? А это что это такое? О, это пища богов. Звучит интересно. Так, держи. Тебе побольше, как гостю. Это что, прям есть? Слушай, мне что-то аппетит пропал. Да я вообще на диете. А, без проблем, я и твою съем, не волнуйся. Отлично, а я пока водички попью. Попей. Слушай, вот чисто интересно, а ты всегда вишни с косточками ешь? А, не, ща у соседа дачный сезон, он там вишню хотел посадить. Часов через 8, думаю, посадим. Телевизор бы посмотреть. У меня есть. Да ну? Конечно, сейчас все будет. Он, конечно, старенький, но что-то да показывает. Чего это? Телевизор, без пульта работает. Так тут у тебя что ли один канал? Обижаешь, у меня 360 каналов, берешь? Вот так вот,
О, на твою хату. Поворачиваешь. О. Это передача про архитектуру. Ага. А если туда, то будет National Geographic. Там иногда даже животные какие-то есть. Понятно. А развлечения какие-нибудь есть еще? Да. Можно в футбик поиграть. Любишь? Конечно. У меня даже форма есть. А, ну тогда иди переодевайся. А я пока мяч сделаю. Да, я быстро. Так, из чего сделать мяч? О, подойдет. О, отлично, лучше кожаного. Эх, теперь и мне надо переодеться. О, хорошие бутсы с шипами, гетры тоже хорошие. Ну, все, готов играть. Ну что, сосед, я собрался. Я тоже. Зацени форму. Ну, забавно. Ладно, а где ворота-то? Палатка — это мои ворота, а вон те деревья твои. Понял, так что, тащи мяч и начинаем. В смысле тащи? Вот мяч, прикрывай дырку, сосед. 6-6, погнали! Ты чего творишь? О, сосед, сори, я тоже ударился. Скажи спасибо, что я тебя шипами не наступил. Мне срочно нужна аптечка. О, у меня есть, сейчас принесу. Давай посмотрим, что у тебя. Не знаю, голова при нас кружится. Я понял. На, понюхай, это тебе сразу с чувством приведет. Это что было? Я не знаю, но в чувство точно приводит. Да у тебя там ничего серьезного, только обработать и перебинтовать. Слушай, у меня там дома золотая аптечка, надо бинты. Надо таблетки принеси, сходи, пожалуйста. Да фигня это все, я тебя сейчас народными методами вылечу. На, поплюй. Прикладывай к ноге. И вот так вот пару штучек еще есть. Ну все, осталось перебинтовать. Серьезно, что ли? Ну давай. Ну знаешь-то, действительно становится лучше. Я же говорил. Все, давай, вставай. Пойдем домой, тебя отведу. И ко сну будем готовиться. Ну, я у себя, ты у себя. Ты дома обязательно теплую ванну прими. Нога там лучше будет так. Ну все, давай. Ну, пора готовиться ко сну. О, блин, чуть не забыл. Бутсы с гетрами смыть надо. Что-то прохладно стало. Надо бы дровишек подкинуть. Оп. О, другое дело. Становится лучше. О, так. И где там мое средство от тараканов? Опа. Задрали эти пауки и тараканы. Сейчас все исправим. Ночью никто не подойдет. Фу, ядреный. Все, я спать. Да, подготовьте, да-да-да, лучшую палату, лучшую, самую. Деньги не проблема. Подскажите, там в больнице у вас есть вертолетная площадка? Отлично, завтра буду. Все, до свидания. Ух, ну и денек сегодня, конечно, был. Интересно, у меня сосед. Че это за стук? Это я, твой сосед. Открой, пожалуйста, быстрее. Че ж ему там не спится, он же спать хотел. Сосед! Что ж такое? Беда! Дом! Что дом? Ты объясни нормально, что происходит? Дом, он горит! Что горит? Где горит-то? А мой дом горит! Да я камин топил, лег спать, что-то на палатку там перетекло, и палатка горит! Так что ж ты сразу не сказал? У меня же где-то огнетушитель был! Жди! Ой. Давай, быстрее! Вот, золотой! Иди туши! Сейчас я с ведром воды приду, давай! Ой. Так, давай! Сосед, отойди! Ну, вроде получилось. Да что тут получилось? Нет у меня больше дома. Ты не расстраивайся, ты сосед, подумаешь, палатка. Легко тебе говорить, у тебя крыша над головой есть. Даже три. А мне что делать? Я так новый дом быстро не найду. Ну слушай, ты мужик нормальный. Давай там поживи у меня где-нибудь там на этажах, потеряйся. Я все равно сейчас на недельку в больницу. Правда? Да, только дельфина не сожри. Ладно, все, давай, заселяйся. В пятки играем. Считаю до минуты, а ты где-то прячься. Окей, мне даже вещей забирать не надо. Да. Давай, чтобы я тебе полгода минимум не видел. Ребят, ставьте лайки. С вами был я, Пес от Плата 4. Всем пока.